Вон Игнатик наш идет. Что-то он. А мы тут занимаемся своим делом. Надежда Васильевна тут что-то починяет мешки какие-то для картошки. Завтра будем картошку копать. Сергей Павлович сегодня приезжает с вот ребятишками с другом. Новых мешков нет, починяй старые. Ну что это? А вдруг не хватит? Ну и почему это? Вон он идет, вон он. Поедем коробку брать? Будем. А сейчас яблочек возьму маленько. О, пришел. Ну-ка иди сюда. Ты посмотри. Я уезжаю коробку, сейчас собирать. Да подожди, минуточку, я тебе сейчас что-то покажу. Ну что? Ну что ты, вот говоришь, починяй рубашку ему, да? Ну. Вот, а я не могу иголку, вот где только возьму иголку, вот. Она все рвется, вся уже настолько наистлела, вот вся. А и порвать не можешь? Не-не-не, это в некоторых местах. А где вот она, вот посмотри, что делается. И вот это то же самое, ты посмотри, что творится. Так, а сколько лет этой рубашке? Да уж 30 лет, наверное, больше. И вот за шею, да, когда она рвется. Ну рвешь, явно видно, что рвешь. Да когда... Я иголку не могу встать, иголку вставляю, она рвется. Хорошая вся была рубашка. Ты смотри, ты недавно на рукавнике взяла, да, вот еще пришила. И вот эти рукава я решила пришить к ней, и что получится? А сестренка твоя говорит, да сожги ты ее. А я рукава такие сделаю, у тебя руки будут черные. Некрасиво же. Ну что делать? Жалко мне. Жалко? Ну давай я тебе черные рукава пришью. Нет, ладно. А ты считаешь, штаны надо? Да нет. Рубашка была. А Валя моя не возьмется, да? Сестра? Она говорит, я сразу в печку брошу. Все, значит, хана. Да. Кырдык моей рубахи. Кырдык. Пошли мы. Амба, каюк. Давай. Ну что? Ну, все, ты одобряешь? Покажи. Да. Ты одобряешь? Да. Чтобы сожгла. Да. Поверни. Да я повернул. Ну все, ладно, благодарю. Ладно, у меня такая еще одна есть, вот она. Я сегодня мне заметила она и говорит, ой, взял вторую, а то у меня ночнушка. И вот здесь вот, вот. А я быстро как пришил. Ну нормально же. Такая была. Я не знаю, ну как вам не ай-яй-яй. Так, мешки почини тут мои. Ой, да вот этот мешок починить надо, смотри. Ну ты посмотри, все чините. Сколько мешков вот. Много, а? Новых. Видишь, дыра какая. И смотри, вот. А ты вот этот старый мешок, вот мешковину-то вырежь, да и пристращи. Пожалуйста. Нитки. Так, мы поехали горох собирать. Да. С Богом, помолитесь за нас. Да, с Богом. Володя, мне льна для лекарства надо. Льна, возьми там с ведерка два, а? А где я возьму-то его? Ну, подожди, оба. Что-то у меня этой кепки моей нету. Попроси. Он сказал, то, что на дороге, собирайте. Ты скажи, вот посмотри, что нитки такие дорогие сейчас. Я ему не жду. Все, пошел я. Не выключил еще.